концертный зал «Уникс». Жители столицы Татарстана знают его как место встречи КВНщиков со всей России. Именно здесь проходят игры первой телевизионной лиги Международного союза КВН. И сегодня в этом зале состоится вторая игра 1/4 финала. На этот раз команд собралось так много, что веселить казанских зрителей КВНщики будут в 4 дня. Ну а пока в «Уникс» идет полным ходом подготовка к игре. Чебоксары, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Елабуга, Лондон. А всего 23 команды из 20 городов России и не только приехали в Казань покорять первую лигу Союза КВН. Вот уже неделю игроки пишут шутки, придумывают миниатюры и вместе с редакторами шлифуют свои выступления. Если честно, забывают свои вещи в такси. Так, представьте, дошло до такого. Гоголя 21, это же где-то возле корзинки? Да, да. Ага, понял. Сережа! Это что еще за бабушка? Это похоже прошлый. Это похоже прошлый клиент в бабушку забыл. Сережа, мы приехали! Я не Сережа, я таксист. Танкист? Таксист. Марксист? Не люблю марксиста. Бабушка, какие марксисты? Бабушка, успокойтесь. Давайте мы вас домой отвезем. Диктуйте адрес. Домой? Ты хочешь квартиру мою? Да не нужна вам ваша квартира, ты успокойтесь в конце концов. Просто мы вас отвезем домой бесплатно. Бесплатно? Да. Улица Октябрьская, дом 19А. Ага. Так, подождите, там же одни заводы. Да, бабушка, в конце концов, сядьте на место! Армян Ильич, у вас телевидение. Сначала вопрос имеешь? Нет уже, да, мы будем задавать. Как долго вы работаете журналистом? Считаю. Отвечать, вот и мы. 8 лет. 8 лет, а мы 11 лет на сцене скачем. В чем уникальность-то вашей команды, чем отличается от всех остальных? Ну... Мы пишем сами. Вот так вот, понятно. Девочка сказала, которая пишет больше всех. Шутку скажи, какую написала. Нет, это они пишут. Основная наша отличающая от всех команд черта, ну просто посмотрите в эти лица. Неужели вы видели команду симпатичной? Я все. Кто ваши главные соперники вот в сегодняшней игре? Победят чуваши. Победят, да, чуваши. Чуваши стопудово. На чувашском телевидении лучше говорить, что победят чуваши. Поздравляем вас, заслуженные победы, ребята. Буквально через несколько минут откроются кулисы и начнется игра. Пока КВНщики заканчивают последнее приготовление, в фойе уже собрались любители шуток. Кто же у них в фаворитах? Сейчас узнаем. Ребят, ну что, за кого болеете? Конечно, за чуваши! Как сегодня чуваши, как думаете, выступят? Они должны... Мы надеемся, что они пройдут. За кого сегодня болеете? За Казань. За Казань. За Казань. Почему? Ну... Это друзья. Чуваши наши. Тоже наши друзья. Мы тоже за них болеем. Но Казань больше наши друзья. За Казань. Почему за эту команду? Она смешная. Очень смешная. Сами в КВН играете? Нет. А играли когда-нибудь? Нет. Почему? Мы не смешные. Да. Конечно, выиграют чуваши. Потише надо здесь говорить, это Казань. И Казань. Казань и чуваши. Наши чуваши. Если бы был в Чебоксарах, было бы очень громко кричали. Да. Здесь от Казани слышали. Встречайте, ведущий первой лиги Международного союза КВН Айдар Гараев! Айликич, хурматы дослар, добрый вечер, друзья, здравствуйте! Рад приветствовать на второй четвертьфинальной игре первой лиги Международного союза КВН. Итак, сезон 2017, первая лига, второй четвертьфинал. Мы начинаем КВН. Приветствие, разминка, музыкальный номер. 1/4 финала телевизионной первой лиги выглядит стандартно. При удачном раскладе за все три конкурса можно набрать максимум 14 баллов. 5 из них разыгрывается в приветствии, еще 5 в разминке и 4 балла за музыкальный номер. Сегодня соревнуются 6 команд. Кстати, смешить зрителей и жюри будут и наши КВНщики Чуваши Чигу. В прошлом году они стали чемпионами Центральной лиги Москвы и Подмосковья «Лампа». В этом сезоне чуваши попытали счастье в телевизионной премьер-лиге. К сожалению, шутить ребятам довелось только в 1/8 финала. Дальше они не прошли. Так чуваши оказались в первой лиге Международного союза КВН, через которую перепрыгнули, попав в премьерку. Как ощущения после премьер-лиги? Хорошо. Очень даже неплохо. Вот
Зато Казань видим. Обидно было после вот 1-8? Какие были вообще впечатления от игры? И вот от самой лиги? Честно, было все нормально. Паша плакал только. Отличный опыт для нашей команды. Все, что не делается, все к лучшему. И мы приехали в первую лигу. Да, тем более она также по-прежнему телевизионная, поэтому, в принципе, да, разница просто от каналов только зависит. Вот. Но, тем не менее, ну, такая же лига и сильная, и такие же соперники сильные, поэтому не грамма расслабления, а только вперед. Представьте, батя случайно сел на хомячка сына и не палится. Пап, а можно я Хому завтра в школу возьму? Нет, завтра Хома пойдет гулять с папой в парк. Сиди, я сам открою. Здесь нет слабых команд. Попадает уже изначально самые сильные команды. И мы тоже не слабые. Да, но никого мы не считаем соперниками. Все в КВН, для нас друзья. Мы все друзья. Большая семья. А бывает, что на свадьбах дарят пустые конверты. Представьте, молодожены заметили, что им хотят подарить пустую коробку от холодильника. Три, четыре, закончили упражнение. Ничего, я сильный, да? Ну, дядь Валер. Да это супер новые холодильники, поэтому они такие легкие. Ага, конечно. Да там просто продуктов нету. Дядь Валер, видела бы ваша жена, как вы врете. Она видит... Горько! 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 Электрошок, Казань, современное поколение, есть смысл спасать Меган Фокс. На билет в следующую игру помимо Чувашей претендуют еще 5 команд. Каждый из них далеко не новичок в КВН. У всех за спиной победы и поражения. Например, команда КВН «Электрошок» из города на Неве стала одной из лучших в прошлой игре. Почему «Электрошок»? Типа, по наследству это досталось. Типа там это... Команде 20 лет уже, и вот мы это название просто нам досталось. Все. Вы не хотели его поменять? Ну нет, это уже традиция называться электрошоком. Вот, ну, в этом году 22 года исполняется команде, да. Ну не, и нам тоже 22 года исполняется. Сколько было участников у команды? Сколько раз менялись люди? Ну человек 200, наверное. А эти КВНщики претендуют на звание самой музыкальной команды Международного союза КВН. Меган Фокс Рео имени Плеханова – команда из столицы нашей Родины. По словам самих участников, их приятно слушать и интересно смотреть. Что ж, мы проверили это высказывание. Признайтесь, ведь вы тоже поете в душе с утра. Вы тоже, когда бьетесь мизинцем об косяк, берете громко. И не вздумайте нас обижать, или у вас будут проблемы. Ведь у нас, как и у вас, тоже есть друзья-спортсмены. Вы единственная, да, музыкальная команда. Почему выбрали для себя музыкальное направление? Да как-то случайно получилось. Просто мы собрались, поняли, пытались найти свои сильные стороны и то, что нам бы понравилось нести людям. Потому что, ну, юмора его же много разного. Вот, мы просто захотели вот преподносить его таким образом. Нам кажется, что это очень интересно. Не всегда получается, но мы стараемся. Сложно ли вообще переделывать песни для КВН? Или вы пишете какие-то новые? Смотря, что вы хотите от этой песни. Если просто, ну, как начальная, финальная песня, когда там нужно под рэпчик подрыгаться, это, наверное, не очень сложно. Вот. А очень многие песни нам приходится переделывать самим, писать. Вот наш музномер мы вот сами написали. Круто. Сколько времени на это потратили? Ночь. Одну? Два, наверное. Нет, ну подожди. Но вообще... Кто-то года два, кто-то ночью. Первоначально... Кто-то на репетиции. Да, да. Я пришел один раз, да. Вот. Да. Ребят, все ли поют у вас? Да! Нет. Вы специально отбирали, да, к себе в команду именно музыкальных людей? Или так получилось, что музыкальные люди собрались вместе? Нет, получилось так, что мы просто собрались вместе, а потом те, кто не подтягивал по музыкальности, они просто подтянулись по музыкальности, и все. Еще одни участники первой лиги команды КВН из Красноярска – современное поколение СФУ. Самую технологичную команду сезона на редактурах не раз подводила техника. Но к игре все недочеты устранили. Придумался и интересный музыкальный номер – современная интерпретация советского кинематографа. «Винни-Пух», «Ирония судьбы», «Мэри Поппинс». Все эти известные произведения на игре зазвучали по-новому. Прилетела суперняня, хотя мы не дули-дули. Уложили люли-люли, прилетели гули-гули. До свидули, до свидули, Мэри Поппинс, до свидули.
Ольга может спать спокойно, ведь ее покой охраняют воронежские спасатели. С появлением команды КВН есть смысл спасать. Градус юмора в Казани точно повысился. Скажите, пожалуйста, вообще зачем МЧСникам КВН? Ну, это хобби. Плюс, пока мы на КВН, мы не работаем. За нас работают другие люди. Поэтому мы хорошо проводим время и да. Преимущества, в общем-то, видны. Да. Хоть чем-нибудь жертвовать ради КВН? Конечно. Личная жизнь, семья, дети не видят. Зарплатой. Слушай, какие плюсы тогда у КВН? Плюсы огромные, эмоции. Просто крутые эмоции, замечательные, особенно когда ты на игре, что-то вот прям шуточка смешная заходит. Назару прям... в принципе нравится, когда я его бью, поэтому а на игре это ну, еще же... как нравится, ну старая это фишка. Сначала нравилось, а потом что-то щека уже, да, притерлась. В чем сильная сторона вашей команды? Ну мы в погонах, во-первых, в форме. И не в ударах, это точно. Это как бы и минус, и плюс, но мы как бы такая организация, поэтому мы это преподаем как плюс. Мы показываем иногда очень неожиданный материал для команды в погонах. И вот в этом, наверное, сильный. Итак, камера, мотор, звук. Впервые в истории МЧС самый смешной постановочный номер «Айсберг». В главной роли примадонны майор Бабкин. Не раз говорили о том, что именно разминка – самый сложный конкурс для всех КВНчиков без исключения. Начиная от школьной и заканчивая высшей лигой. И это понятно, в считанные секунды придумать смешной ответ сможет не каждый. Но именно в этом конкурсе команды могут проявить всю свою изобретательность и выбиться в лидеры. Всем привет! Как выйти замуж за иностранца? А, ну вот Мэри Поппинс точно выйдет. Тише. Мы так быстрее закончим. Здравствуйте, КВНщики. Бытует легенда, что под Казани существуют какие-то построения, какой-то якобы город. Возможно, там даже есть какие-то жители, как в фильмах. Интересно, есть ли они там? Прикольно, он про Чебоксары сказал. Бытует легенда, что в Казани есть люди, которые умеют формулировать вопрос. Команды выложились по полной и делали все, чтобы рассмешить зал. Удалось ли им это? Сейчас узнаем. Вообще ожидаемо для вас прошла игра? Когда игра идет, меняются лидеры, что-то меняется в понимании команды, там как-то в оценке команды. Поэтому жюри ничего никогда не ждет от игры, ну, только позитивных эмоций. Никогда с каким-то заданным результатом не выходит. Все происходит вот здесь, сейчас. Ну, конечно же, как вам наши чуваши? Со многими из них мы знакомы, когда-то играли даже вместе. Когда-то мы играли вот в Чебоксарах, и было и такое. И помогал я им, когда они играли в Москве, в московской лиге. Вот. Не знаю пока, не знаю, сложно сказать. Иногда бывает, что на разные залы команды по-разному, да, заходят, что называется, и разные залы по-разному реагируют. КВН – это сиюминутная игра. Вот так сегодня сошлось, что они получили такие баллы. Но у них все будет хорошо, да. Таким образом, в полуфинал проходят три команды, с чем мы их и поздравляем. Это команды Чуваши, ЧГУ, Чебоксары. Команда КВН «Есть смысл спасать» МЧС России. И победитель сегодняшней игры команда КВН «Казань», город Казань. Вообще не знаем, как так получилось. Ну, как так получилось, вы были лучшие, значит? Скорее всего, это было так. Впечатление от игры вообще, как зал? Ну, зал же родной, как всегда. В этом зале мы выступали уже сколько лет. Если бы нас не приняли, мы бы ушли из КВН. Да, действительно. Если уж в Казани нам бы не похлопали, то это знак был бы уже точно. Да, да. Мол, типа, валите. Спасибо всем, кто пришел. Ну и, конечно, чуваши, молодцы. Третье место. Вообще бодро. Да. Получилось. Наконец-то мы прошли. Дальше. Первый раз прошли. Тяжелая игра была, тяжелая, но... А, зал первый раз мы видели такой зал, они нас первый раз зал видели, ну, познакомились, наверное. Надеюсь, к нам привыкли и в следующий раз встретят еще лучше нас. Команда КВН «Казань» сегодня стала лучшей, но до победы в лиге еще очень далеко, все может измениться. Полуфиналы и финалы пройдут, как всегда, осенью, значит, на подготовку команд есть целое лето. А я с вами прощаюсь, увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши».